Мы с вами сейчас находимся в парке роз. Но, к сожалению, сейчас не сезон цветения. Поэтому розочки такие слабенькие сейчас. Тут мелкие такие цветочки, синенькие. Ну, тоже радуют глаз. Никогда не думала, что я это скажу, но, девочки, реально, помадки от Clinique сейчас самое то, так как они без аромата, без вкуса, и это то, что мне надо. Так как в многих помадах есть сахар, а мне сейчас, я не могу сейчас переносить сладкий вкус, поэтому вот вам и отличное решение вопроса. И у меня Clinique в номере 13 Love Pop. Очень милая, очень приятная, маленькая, компактная, хорошо брать ее с собой в дорогу. Ну и, как говорится, быстро закончится, не будет долго надоедать. А вот посмотрите, какая красота! Это слоны. Видите, слон. Слоны сделаны из цветов. Тут только каркас и высажены в середину каркаса высажены цветочки. Белые и красные. Очень красиво. Особенно издали смотришь, красные слоны стоят. Хобот красный, а ножки белые. Вот. Вот. Посмотрите. А это маленький слоник. Тоже хобот красный, а ножки белые. Когда переселила от кусантики вот в такие вот помадки, обещала себе хотя бы раз в неделю ими краситься. Но вы же знаете, обещаем одно, а делаем другое. Поэтому пытаюсь немножечко наверстать. Все-таки хочу попробовать добить до следующего пробничка, посмотреть, какой там цвет. Поэтому некоторое время буду краситься от кусантика. Полив идет самым интенсивным образом. Но зато и при жаре 36-38 градусов у нас днем, видите, какая травка зеленая, чистая, аккуратная. Вот и пальмы, 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 кругом пальмы. А вдалеке мое любимое дерево. Мне очень понравилось это сочетание. В прошлый раз я пробовала это вечером, сейчас я буду пробовать это с утра. Пойду посмотрю, как это выглядит на солнышке. Карандашик от Caroline, название Nude Beige, номер 170. И пробничек от Oriflame в номере 665. Вот этот пробничек, он как бы дает такую блестинку и не дает карандашу, но когда губе прилипать губе, так как есть карандаши, которые, да, липнут. И это этот вариант, так как этот карандаш от Caroline, они очень-очень стойкие. Десять утра. Уже плюс 33 градуса жары. Люди вышли на море. Мало кто в самом море. Мало воде, потому что у нас пришли медузы, и они очень больно жалят. Это не черноморские медузы, которые не жалят вообще. Эти даже можно не видеть этих медуз и очень получить сильные ожоги. Помадка карандашик от Essence. Название Luminous Rosewood в номере 03. Девочки, сейчас стало жарче, и она просто тает. Так как, по-моему, это, да, кремовая помадка. У меня практически все названия уже постирались, тут практически уже даже ничего и не видно. Я эту помадку, карандашик, проталкиваю, поэтому она у меня выглядит все время одинаково. Но где-то у меня помадки осталось уже половинку, где-то вот до сюда. И вот это большой плюс проталкивания, то, что не тратится самого грифеля на заточку. И получается, что вы используете максимально продукт.
Сегодня буду тестировать новинку от фирмы Body Art Beauty Time. Маска мечты для твоей красоты, романтическое свидание, свежесть и сияние кожи. Да, пойду завтра на работу, можно так сказать, свидание с учениками. Ой, короче говоря, наносим маску на 15-20 минут. После применения остатки или смыть, или удалить с помощью влажных косметических, да, салфеток. То есть, в принципе, можно не смывать. Ну, сейчас попробуем, как оно и что. Отличная масочка, никакого навязчивого аромата. Кстати говоря, посмотрите, сколько жидкости щедро налили. Хотя здесь всего написано маски 22 грамма. И посмотрите, практически полная баночка жидкости. Очень приятно. Кстати говоря, здесь такое немножечко даже долговатое, что ли, продлиненное лекало. Наверное, для того, чтобы заходило на уши. Тут даже, может, так на линию волос, да, у кого повыше, то, в принципе, оно может покрывать все. У меня немножечко, может быть, коротковато на нос, но мне это совершенно не мешает. Вот, а так, отлично. С сегодняшнего дня мы опять должны быть в масках в закрытом помещении. Но пока мы в него идем и с него, конечно, будем без масок. Поэтому сегодня с помадкой от Caroline в номере 599. Очень нежная, приятная. Я хочу сказать, чем теплее погода, тем больше мне хочется каких-то более розовых, светло-сиреневых, что-то вот такого помад. Все темные помады как бы пока что ушли на покой. Дубль 3. Сегодня я решила попробовать свою вторую помадку-карандаш от Essence в названии 02 Peony Star. Кстати говоря, эту помадку я тоже проталкиваю, а не точу. И у меня уже где-то помадки внутри до буквы S. То есть где-то прилично, где-то половинка использовалась. Тем, что хорошо, что сам стержень не теряется при заточке. Кстати говоря, из-за того, что у нас сегодня жара, эта помада просто скользит, как будто бы она кремовая, хотя она заявлена как Velvet Stick, Matte Lip Color. Но у нас очень жарко, и как многие шутят, да, соловичок просто отдыхает. В каждой непонятной ситуации выбирайте помадки от Estee Lauder с линейки Pure Color. Название Envy 136. Девочки, не ошибетесь. Очень приятные, нежные, классные, шикарные помады. У нас началось настоящее лето. Жарище за жарищей. Вся косметика течет. Но, тем не менее, не прекращаем ей пользоваться. Как можно быть без косметики? Идем прогуливать помадку от Faberlic в номере 45008 или 467. Очень красивый, такой между коричневого, чуть-чуть сиреневинку, немножко в бордовинку. Тут идет такая интересная блеска, я бы сказала, да, как призма даже. Очень, очень красивая вещь. Сегодня я выбрала помадку от Stellary. Название «Засушенная роза 23». Девочки, посмотрите, какие жарко у нас. Немножко началась жара, и все. Вообще у Stellary очень талые помады. Но этот цвет, я вам хочу сказать, очень напоминает мне мою помадку от Yves Rocher и помаду от Essence. Очень-очень похожие, близкие цвета. Поэтому, если вы не можете приобрести одну, приобретайте одну из них, и та, которая более дешевая. Несмотря на страшнейшую жару, идем отмечать день рождения тети в кафе. И пойду с помадкой от Avon, или вернее сказать, все, что от нее осталось, в названии Berry Blast. Все-таки закончить ее в этом месяце не успею. Так, у нас сегодня предпоследний день, но ничего. Вчера мы не только праздновали дни рождения наших родственников, но и окончание учебного года. Сегодня у нас последний учебный год, и завтра начинаются официальные каникулы. Ура! А я иду на работу с помадкой от Avon в названии Perfection. И она такое, знаете, имеет более
бархатисто-матовый финиш. Что-то меня потянуло на помадки такие более в сиреневинку. Розовато-сиреневатые, серовато-сиреневатые. И сейчас я опять же с помадкой от Essence. Крашусь ей уже не первый раз в последнее время. Название 03 Calm Naturally. Очень приятная, кремовая. Очень удобное в ношении. Испекла сегодня шоколадные блины. Видите, они какие получились, как кожаные, очень интересный вид. И на вкус тоже попробовала, приятно. Получилось из моей порции 16 штук. Тут розы просто буйно-буйно цветут. Очень красиво, очень. В середине почему-то меньше, а в середине парка. А здесь, посмотрите, какая красота. Ну и на фоне этих слонов. Вот наши любимые розочки. Конечно, не так много, как в сезон. Это будет где-то к осени, будет все-все усыпано розами. Вот. Видите, как у нас поливаются все цветы, кусты, иначе ничего бы не росло. И поливалка вращается, и водичка достает до всех уголков.